Накануне состоялось первое заседание молодежной палаты при законодательном собрании Тверской области. В основном оно было посвящено решению организационных вопросов. Слово передаю нашему корреспонденту. Прошу голосовать. Открытым голосованием были избраны руководящие органы молодежного парламента, образованы комиссии, утверждены кандидатуры в общественную палату, при Государственной Думе в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Возглавил молодежную палату Илья Горохов, заместитель председателя Ржевской городской думы, директор предприятия «Автотранс» города Ржева. Молодежная палата при законодательном собрании – это замечательный инструмент для молодых парламентариев, для того, чтобы выразить собственные инициативы в законотворчестве, в региональном законотворчестве. Мы вместе сможем предложить много разумных и предметных инициатив. Всего в новом созыве молодежной палаты 42 человека. Это прежде всего молодые депутаты представительных органов муниципальных образований. Также, в частности, представители вузов, политических партий, которые представлены фракциями в законодательном собрании. Молодежная палата должна обеспечивать непосредственное участие и непосредственное представление интересов молодых граждан, молодых жителей Тверской области и в жизни политической, и в формировании государственной политики. То есть стратегическая цель – она проста и понятна. Чтобы наша тверская молодежь не уезжала делать карьеру в Москву, в Питер, в Подмосковье, чтобы она активно участвовала в построении современной экономики, общественных институтов Тверской области и условия для жизни в родном регионе. Также Сергей Голубев отметил, что необходимо создавать условия для самореализации молодого поколения в учебе, в профессии, в спорте, науке и искусстве, кадровых лифтов для начинающих управленцев. В нашем регионе создана и действует необходимая для этого нормативно-правовая база.